У эфиры программа «Новины региона». У студии Катерина Градницкая. Витаю вас и в этом выпуску. Глядите. Теплая и урочистая арка на уезде у Могилёва набыла обличча. Поспробуете запустить фонтан 20 вересня. Головная лестница у парк под Никольня Могилёва хутка открыется. Куды пойти после школы? Наши корреспонденты подбирали варианты гуртков. Сезон журавинов распачался у Могилёвской области 1 вересня. Але только апошними днями на нарыхтоўчыя пункты спажывецких товариствов стали поступать ягоды. Збирают журавины и нарыхтоўшчыкі-прадпрымальнікі. Клішаўскі район – основная территория у регионе для сбору гэтых ягод. На сегодняшний день мы производим закупку клюквы. Ну, со слов с датчиков, со слов населения, общаясь вот возле магазинов там по району, клюква в этом году есть. Пакуль на одном баку нарыхтоўчага пункта у Клічаўскай Нясяці разбираются с грандиозным ураджаем яблоков, у другим баку сустракают грузовик с журавинами с Копча. Жыхары агрогородка и навакульных вёсак сдали у краму только за выходные дни, больше за тону ягодов. Летась у Клічаўскім районе собрали рекордно низкий ураджай журавинов. Сёлета ж добрые планы. Журавины идут у розничный гандаль, так само и на столичной Камароўцы, на осенних кермашах и для заморозки у Глузку с наступным продажем и за мяжу в Беларуси. Наш район традиционно Могилёвской области один из самых, так сказать, на клюкву самый богатый, потому что были года, когда мы заготавливали по 150, по 180 тонн клюквы в сезон. Ну, в этом году посмотрим. Тон 50-60, я думаю, это нам под силу. Кошт на журавины сёлета называют достойным. Принамсі, у районным споживецким товарыстве платят за килограмм 3 рублі 20 копеек. У предпринимальников нижей, але яны берут на себе клопоты по подвозу у лес тех, кто хочет заработать сбором ягод. На сборы журавинов при умелом подыходе и жадании можно набрать больше за полсотни литров ягод и заработать за день до сотни рублей. Даются яны вельми нелегко, але есть сярод нарыхтоўшчыкаў сапраўдныя майстры своей справы. Это очень хороший заработок, очень хорошая помощь к тем деньгам, что мы зарабатываем. Ну, не знаю. И для меня это очень хорошо. Это свежий воздух. Это кому-то это тяжело, для меня это налегке. Вот как-то. Я отдыхаю здесь, в болоте. Пакуль это только початок сезона, и журавины яшчэ белавокі, як кажуть, на Клічаўшчыне ватные, ягоды яшчэ не зусім поспели. Сбор протягивается до самых заморозков. С Клічаўскіх болотов Илона Иванова, Юра Уласу, новины региона. Больше за 5000 тонн льнотрасты заготовали у Могилёвской области. Гэты процесс только набирая обороты, при том, что полночный шоук у регионе вытерабили на 100% площадь. Зараз прасуют и вывозят льнотрасту с полёв. Як идзе уборка в городском районе, глядите у наступным репортаже. На городский льнозавод без парапынку заезжаются машины, которые нагружены рулонами. Далее льнотрастой заполняются шохи под самый дах. Таким чином працы предприятия будет обеспечена на весь год. А это перепроцовка и продаж на Аршанский завод, а еще у Китай, Россию и Прибалтику. Мощности завода по переработке составляют 7,5 тысяч тонн. Мы ожидаем в этом году порядка 8 тысяч тонн. Это о том, что предприятие будет работать стабильно, ритмично и полностью весь технологический год. На этом поле каля вёскі Масалыкі для прэс-подборшчыкаў працы на 2 дні. На 180 гектарах працуюць 30 адзінак техники. Пакуль спрыяе надвор'е, аграры не страчваюць ніводнай хвіліны. Тон под 400 это свозим, это каждый день на завод, чтобы надо не попало под дожди. Работаем полностью световой день, с 6 утра и до 8 вечера, когда даже и до 8:30, ну, до темноты. Техника упаковывает трасту шчыльно у рулоны, а потом транспортировка на завод. После этого поля механизаторы возьмутся за наступное. До конца вересня уберут все 2000 гектаров у районе, плюс еще 300 у Дрыбинске. Усяго у Могилёвской области под лён было отведено больше за 8000 гектаров. С полё теперь треба убрать. Усё до апошней стяблинки.
Пробный запуск фонтанов на головной лестнице у парку Подніколля Могилева проведут 20 вересня. Про это в интервью телерадиокомпании «Могилев» рассказал ведущий инженер управления коммунальных предприятий Сергей Старосоцкий. Реализация масштабного проекта идет до завершения. Еще кольки тыдню, и у парк можно будет трапить с площади Орджоникидзе. Хутка могилючане и гости города смогут прогуляться по головной лестнице у парку Подніколля. Будовники говорят про 95% готовности объекта. Как только будовничие работы будут завершены, проведут и пробный запуск фонтанов. Будовники 12-го Буттреста на объекте шчируют с ранку до вечера. Теперь завершается отынковка стены, приступков и где установка металличной огороджи и лихтару. Напереди офарбовка. Три яруса с мини-зонами отпочинку. Вышиню лестницы можно поравнать с 7-поверховым домом. И она самая великая в Могилеве и самая незвычайная – забудованным фонтаном. Проектом предусмотрена насосная подстанция. Она расположена по центру лестницы. Запитка будет происходить от нее, подаваться под давлением вода сверху и будет по каскаду, по ступенькам самопроизвольно проливаться. Есть у лестницы еще одна отметность. Символы энергии и семьи упрыгожить пляцовку на площади Орджонікідзе. Отсюда и лестница, и парк выглядят по-иншему. Весь проект оценили у 4 700 000 рублей. Теперь засвоено 4 200 000. Кристина Кранкевич, Миколай Соболев, новини регіону. Шкляный дах и декоративные элементы з'явилися и на арце, якую будуют на уезде у Могилев. Верх объекта теперь шкляный купол, у металличных конструкциях арка набыла теплый колер. Это финишная фарбовка. З'явилися выявы двух орденов Ленина и Великой Отчинной войны. Теперь умацовывают надпись. Как рассказал директор управления капитальным будовництвом Могилева Андрей Москалев, до готовности объекта застается несколько дней. Пытание наведывания нового объекта областного центра обмерковывается у Держаутоинспекции. Больше за 40 установ додатковой эдукации Могилевской области готовы принять школьников у гуртки, секции и студии. Как раз зараз идет набор у некоторой установы. Куды пойти и чем займаться школьнику после учебы, доведались наши корреспонденты. После школы одразу на тренировку. У свой час для многих из этих хлопчиков и девчонок секцию карате брали батьки. Але и у свядомом узросте дети протягивают займаться. Я занимаюсь уже 7 лет карате. Я выбрала этот вид спорта, потому что мой старший брат занимается карате. И потому что в это время надо уметь защищаться. Поэтому я выбрала именно карате. Без физического развития дети наши чахнут, растут слабыми, хилыми, болеют часто. Поэтому физическое развитие должно присутствовать в развитии ребенка. Але не только спортивные направки користаются попытом. 13-годовая Катя уже 7-й год занимается у объединении по интересах адлюстрования и, каже, отчувая себе тут, как дома. Я здесь открываюсь. Мне нравится сюда ходить. Здесь душевно, много друзей. Маме могу помогать, украшать дом, уют. У некоторые гуртки вучню запрошают на протягу усяго навучального года. Але лепш поспешаться зараз, каб почать занятки уже с вересня. Дарья Семенько, Дянис Бутылин, новин региона. Надворье снова проявляет характер. С четверга начинается похолодание. На территории Беларуси поступят фронты, которые принесут холодные поветренные массы. И наприкінці тижня на Могилевщине дневные температуры будут у межах плюс 20 градусов. У субботу обещают дожди и в особных районах навальницы. Ночные температуры плюс 8, плюс 13, а у день 15-20 градусов. У неделю облачно с прояснениями. Температура минимальная ночью плюс 7-12, а максимальная дневная 17-22 градусы. За историю метеоназирания у области самое сприяльное 12 вересня было летось, когда термометры показали амаль плюс 27. Самая минимальная температура у гэты день была у 1973 годе – 0,9 градусов. Самый теплый вересень назирался у далеким 1909 годе, а самый холодный – еще ранее. Самый сухий первый осеньский месяц зафиксовали у 1924-м. Усяго 5 миллиметров опадков выпало. Самый мокрый – праз 60 годов. Актуальные новини в области на нашем сайте tvrmogilev.by. До встречи!